Құрметті достар, ары қарай біз дәл осы Қазақстан чемпионатының 32-ші Қазақстан чемпионатының міне марапаттау рәсіміне кезек береміз. Дәл қазір жеңімпаздарға арнайы кубок, арнайы жүлделер табысталатын болады. Қазір міне чемпиондар, ол әрине Тараз командасы, күміс жүлде Павлодар командасы, ал қола жүлде Алексей Теренин бастаған Есіл командасы. Сонымен қазір енді міне салтанатты рәсім. Осы сәтті ұзақ күттік. Бірінші турда тартысты ойындар өте көп болды. Екінші турда да, үшінші турда, төртінші турда плей-офф кезеңінде финалды өтті. Келесі маусымда біраз өзгерістер болады. Әрине команда құрамында бірінші кезеңде. Яғни қазір енді командалар толықтай құрамда. Вандертак спорттық агенттігіне және Қазспорт телеарнасына алғысымызды білдіреміз. Үздік номинацияларға Қазақстан Республикасының 32-ші чемпионаты спортшылар жайында ұлттық лигасында командалар өз бақтарын сынады. Біз барлық қатысушыларды құттықтай отырып, тамаша спорттық жетістік көрсеткендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сонымен Қазақстан Республикасының 32-ші чемпионаты Адин Экспет ұлттық лигасының салтанатты жабылуымен MVP, міне осы қызық, Устинов, Козлов, Мищенко, қазір көреміз кімнің болатынын, осы үш үміткер бар. Және бұл жерде үздік пас беруші ол Тарасов Егор. Қазір төрешілерге де арнайы марапат табысталып тиісе. Өте керемет ойын болды, және төрешілердің де жұмысы соған лайықты болды. Халықаралық дәрежедегі төреші Акулова Юлия, халықаралық дәрежедегі төреші Нұржан Өмірза, халықаралық дәрежедегі төреші Айдос Ахметов. Сонымен қатар жергілікті төрешілер алқасынан. Қазір енді осы тур бойы плей-офф кезеңіне төрелік еткен төрешілерге де алғыс айтуда. Қазір енді бізге белгілі сол, яғни жеке командалардың алған орындары, ал жекелей марапатқа қандай волейболшылар ие болар екен көрейік. Иә, үздік шабуылшы, үздік либера, үздік номинациялар бойынша ойыншыларды марапаттауға бірінші темптағы ойыншы, үздік тосқауылдаушы бас хатшысы Сырлыбай Ермек Әмірбекұлы. Қазір волейбол Қазақстан волейбол федерациясының бас хатшысы Ермек Сырлыбаев міне ортада, және Қазспорт арнасының директоры Нағи Қалтайұлы ортада. Үздік либера номинациясы бойынша номер 1 Ерікжан Бөкен Тараз командасы марапатталды. Сонымен Ерікжан Бөкен, иә, үздік либера чемпион болған Ерікжан Бөкен. Үздік байланыстырушы Егор Тарасов Есіл командасы. Құттықтаймыз. Үшінші орын алған Тарасов.
Денис Горбачев, үздік шабуылшы. 4-3 нөмір, Есіл командасының әдемі маусым өткізді. Я мне Козлов, үздік шабуылшы номинациясымен марапатталуда, үздік құрам жасақтаймыз қазірміз. Да, Илья Морозов также получает свою награду во время послематчевых интервью, отмечали рост именно профессиональный этого игрока. Так-то он по антропометрическим данным и так довольно высокий. Вот они, лучшие в сезоне. Дерхан Кадырханов. Человек, у которого не получилось в первом матче финальной серии. Но и справился вместе с командой и праздновали чемпионство. Акимов. Михаил Устинов. Ну а прямо сейчас, да, фото на память, и затем уже приступим к награждению команд. Три призовых места. Есиль вот, кстати, немножко задержался на награждение. Они в отеле смотрели по телевизору эту игру и думали, что будет пятая партия. Но все завершилось в четырех и немного опоздали на церемонию. Куда вы там? Да, и отправляется как раз таки вручать награду. Третье место. Третье место. Волейбольный клуб «Есиль», представляющий Петропавловск, Северо-Казахстанскую область. Безусловно, яркий сезон провели подопечные Алексея Теренина. И довольно уверенно завоевали бронзовые награды. Уфимцев, Сулейманов, Тарасов, лучший пасующий. И про Теренина, в принципе, генеральный секретарь, да, Федерации волейбола сказал, что 18-летняя сборная. Прогресс команды очевиден. И могут рассчитывать на большее в следующем сезоне. Наконец-то они сломали фактора Трау. Уступали они до этого в 2021-2022 году, уступали в финале, уступали в борьбе за третье место, а вот сейчас бронзу себе вернули. В принципе, яркое выступление также на Кубке Казахстана продемонстрировал этот коллектив. По крайней мере, вчера Теренин сказал, что это определенный успех. Мы тоже считаем это таковым. Тот же Александр Сулейманов, с которым удалось пообщаться после матча, был очень-очень доволен сезоном, был очень доволен своим коллективом, по праву располагается на третьей строчке и памятный кубок отправляется. Ну и, конечно, петропавловский зритель ждет, что Есиль в следующем сезоне проведет один из туров дома, как минимум один. География расширяется до как раз таки национальной лиги по проведению, по месту проведений. Есть Куаныш, который частенько играет дома, но вот теперь очередь за Есилем. Возвращаться Александр Сулейманов получает эти награды. Команда «Есиль» – бронзовый призер сезона. Сегодня не играли, сегодня могли расслабиться. Закрыли уверенную серию с Атарау со счетом 2-0. И можно было ни за что уже не беспокоиться. Ну а вот и кубок.
единственные играли. Тарас. Прекрасный коллектив. Но, однако, именно эти ребята поднимутся на вторую. Вот сейчас состоится награждение Павлодара. Экс-чемпионы Республики Казахстан 2002-2023. Обладатели Кубка и победители Суперкубка Казахстана 2023 года. Серебряный призер чемпионата Казахстана 2023-2024. Волейбольный клуб «Тарас». Также получили они индивидуальные награды, заслужили, безусловно. Вот с ней идет на пьедестал сейчас Илья Морозов, Никита Козлов. Тоже не остался обделен вниманием. Ну и медали. Медали отправляются наши победители. Ну, у кого-то есть настроение, у кого-то нет после этого матча. По крайней мере, ну, Никольченко воспринял это поражение вполне по-рабочему. Также фраза о том, что нужно уметь проигрывать, сказанная Никитой Козловым. Когда ты выигрываешь, да, вот все-таки они были действующими победителями до этого матча, нужно уметь и проигрывать. Уготовано именно второе место в этом сезоне. Разглядывают медали. Это тоже память. Это тоже большая память. Ильяс Нургазин, который памятную поетку. И, конечно же, Ильяс Нургазин. Ну и, безусловно, в музее волейбольного клуба «Павлодар» достойное место займет и этот кубок. Ильяс Нургазин его получает. Конечно, мы видели, как Исиль третье место праздновал. Но все-таки поражение в финале, оно более болезненнее. Несмотря на позитив, который пытаются игроки клуба «Павлодар» сохранить. Но в любом случае, это тоже история. Это тоже история. Хорошие, прекрасные. Ну и, наконец, награждение чемпионов сезона 2023-2024 волейбольного клуба «Тарас». Ал енді біз қазір қадірменді көрермендер жеңімпаз чемпиондарды марапаттаймыз. Сонымен Тарас командасы биылғы маусымның чемпиондары. Құрамында мынадай ойыншылар бар. Қазақстан чемпиондарын бір тізіп шығайық. Ергжан Бөкен, Рустам Гелязутдинов, Артем Борисенко, Мақсат Кеңес, Жақсылық Тілеулин, Дамир Акымов, Нодырхан Қадырханов, Владимир Ковальчук, Ермек Ахметжан, Павел Кандулинский, Арсен Әділбек, Михаил Устинов, Нұрлыбек Нұрмахамбетов. Жеңімпаздарға лайықты марапаттарын табыстауда. Қазіреді барлық Тараз ойыншылардың көңіл күйлері өте тамаша. Ковальчук. Сөз жоқ, командасын бүгін жеңіске жетелеген ойыншылардың бірі.
Ал міне кубок. Устиновтың қолында кубок. Қазақстан чемпионына берілетін үлкен кубок. Я бұл жерде міне жеңімпаз чемпиондар ал бапкер жоқ. Бапкер Башқатов бар. Бұл жерде Өтегенов бар, бірақ бас бапкер жай ғана тамашылап отыр. Өйткені өте ауыр матч болды, өте қиын ойын болды. Қазір енді Қазақстан Республикасының гимні. Қадірменді көрермен, назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі маусымда кездескенше аман сау болыңыздар. Жеңісті күндерде жүздесе берейік.